Здравствуйте! А вы смотрите очередной выпуск программы «Встретимся вечером». Очередной, но необычный. Сегодня у нас первый юбилей. Ровно год назад, сидя на кухне с друзьями, был придуман новый телевизионный проект. А сама идея передачи заключалась в том, чтобы предлагать киевлянам оригинальные варианты вечернего отдыха. Вот так, на первый взгляд, просто и родился ресторанный дайджест. А вместе с ним появилась первая попытка ресторанного рейтинга, который впоследствии трансформировался во всеми любимую рубрику «Ревизор». С нее, пожалуй, и начнем. Скажу только, что «Ревизор» снимается при поддержке новой торговой марки чая «Царский». В стильном заведении «Казак Мамай», встречая гостя в шароварах и вышиванках, вас усадят на прекрасные стулья, обитые козьими шкурами. Но шкуры покойных козлов изрядно линяют и обязательно останутся у вас на, извините, брюках. Хотя при наличии юбки официант с удовольствием пройдется щеткой по присутственному месту, а музыканты, истязая себя от искусства, заставят застрять в горле даже самый проходимый кусок еды. И возьмите с собой лупу. Без лупы меню не прочитает даже и офтальмолог, в народе глазник, который, не жалея живота своего, аки пчела, съест среднего уровня пищу, но получит прекрасный расчет. Аз есм ревизор. Программа снимается при поддержке торговой марки чая «Царский». Царский чай – крепкое наслаждение. Я весьма признательна ревизору за то, что в прошлой передаче он посетил кондитерскую «Кипарис» и сообщил нам ценную информацию о том, что в «Кипарисе» готовят настоящий кофе по-венски. Старая добрая Вена на весь мир славится своими кондитерскими. И уже почти год в центре Киева, в изысканном кафе «Кипарис», воссоздана атмосфера той славной Вены, которая вдохновляла композиторов, где мебельных дел мастера создавали тонкую, изящную мебель, а маленькие уютные кафе так и манили к себе творческую публику. Киевский «Кипарис» пользуется успехом у студентов, потому что напротив два университета, а цены в «Кипарисе» весьма демократичны. Чашка ароматного кофе стоит 5 гривен и столько же пирожные, коих в ассортименте более 30 видов. Согласитесь, выбор роскошный. Например, пирожное «Кармен». Снаружи это яркий бисквит, а наполнено оно взбитыми сливками со свежей вишней. Фирменный коктейль «Кипарис» для ценителей необычного сочетания мартини с ликером и соком. Цвет соответствует названию, а маленькие, очень вкусные трюфеля порадуют малым количеством калорий и ценой от 40 до 60 копеек. Истинно австрийские изделия из дрожжевого теста, круассаны, венские булочки с шоколадом, яблочный штрудель и флорентийская корзинка с миндалем как нельзя лучше подходят к чаю. А само кафе «Кипарис» – привлекательное место и для романтических свиданий, и для деловых встреч. Дети здесь бывать очень любят, и дни рождения справлять тоже. Торты на заказ изготавливают в «Кипарисе» любые. За сложность дизайна отдельно платить не нужно, а средняя цена килограмма торта – 50 гривен. Однако не только сладкоежкам хорошо и уютно в кафе «Кипарис». Посидеть тут можно и за бокалом пива с закусками специальными. Картофель фри в кожуре или луковые кольца обойдутся в 6 гривен, так же, как и большой бокал пива «Оболонь». Скоро откроется летняя площадка, и тогда кафе «Кипарис» станет еще более популярным. Так что пора открывать для себя божественный напиток кофе по-венски с пенкой из желтка, который готовится только в кафе «Кипарис». Программа снимается при поддержке торговой марки чая «Царский». «Царский чай» – крепкое наслаждение. Общеизвестно, что в красивом, ухоженном на немецкий манер здании по улице Сагайдачного, 21, находится фешенебельная гостиница «Импресса».
Но далеко не все знают, что, зайдя в дверь под вывеской «Эдельвейс», попадешь в настоящую баварскую таверну начала 20 века. Основная идея в интерьере – все должно выглядеть старым, домашним и теплым. Именно так и выглядит, благодаря натуральному темному дереву, особому декору стен и милым деталям. Поневоле проникаешься симпатией к баварскому барокко. Не зря же легендарный разведчик, одним из первых советских людей, оценил прелесть маленьких немецких ресторанчиков. Традиционно в центре каждого поселка в Баварии находится церковь, почта и ресторан, где по воскресеньям с 11 утра собираются жители на обязательный баварский завтрак, состоящий из бокала пива, брецена и белой мюнхенской сосиски «Вайсвюрст» с оригинальной сладкой горчицей, которую, кстати, в «Эдельвейс» привозят из Германии. Настоящий баварец сосиску должен очистить от оболочки в один прием, а это не так-то просто. Потренируйтесь дома, а придя в «Эдельвейс», продемонстрируйте свое мастерство и получите заслуженный приз от ресторана. А само сочетание пива, сосиска и брецен для баварца почти что религия. Об этом подробно может рассказать шеф-повар «Эдельвейса» Сергей Шикун, который 3 года работал в Мюнхене и владеет фирменным секретом выпечки брецена – слоеного кренделя из дрожжевого теста к пиву. Стоит это вкуснейшее изделие всего 2 гривни. А вот баварское нефильтрованное пиво «Паулайнер» не только очень полезное, но и бесподобно вкусное. По традиции, из уважения к напитку, абсолютно чистый бокал еще раз споласкивается, и лишь потом янтарного цвета пиво наполняет его до краев. Работает ресторан «Эдельвейс» с 7 утра. До 11 здесь подают и традиционный континентальный завтрак. Ведь не каждый житель Киева захочет начинать день по-баварски с пива. Согласитесь, что инспектор ГАИ у нас этого не поймет. А вот отобедать по-баварски очень даже полезно. Спаржа – уникальное растение, а ресторан «Эдельвейс» едва ли не единственный в Киеве, где устраивается праздник свежей зеленой спаржи в виде богатейшего меню. Суп-пюре стоит 20 гривен. Скажу честно, что в других ресторанах намного дороже. А свежая спаржа с норвежским лососем и молодым картофелем – идеально вкусный, если так можно выразиться, набор полезных веществ и витаминов. Любители итальянских паст порадуют большой выбор макаронных изделий. Каждое блюдо по-своему замечательно, советовать здесь трудно, но паста с лососем и шпинатом опять же достойна внимания гурманов. Так или иначе, а всю прелесть баварской кухни можно ощутить, лишь отведав фирменные блюда. Ассорти из 5 видов сосисок и маринованную свиную ножку с тушеной квашеной капустой. Средняя цена такого блюда – 55 гривен, но порции, как говорят у нас на Украине, вражают. Хотя под пиво можно справиться. Дайджестив в виде персикового шнапса – тоже традиция. Чокаться надо не рюмкой, а кусочком персика, им же и закусывать. Тост произвольный, но в данном случае за процветание баварской таверны на украинской земле. Козни великого кардинала продолжаются и 4 века спустя в одноименном ресторане. Вы в Ришелье. Франции несет прямо с порога. Официантка, работавшая раньше в Бастилии до закрытия, бросит вам: идите вниз, вас там посадят. Но внизу приятно обрадует администратор Жофре, прекрасная кухня, непринужденность в присутствии портретов Бурбона Вивалуа, музыка, бубл-гум на память и таблички с именами на грудях официантов. А на одной написано прекрасное гасконское имя – стажер. Во как надо называть людей, это Констанция, Констанция. Программа снимается при поддержке торговой марки чая «Царский». Царский чай – крепкое наслаждение. В прошлой программе любителям хорошей грузинской кухни предлагалось ответить на вопрос о том, каким способом в Грузии традиционно готовят форель, и выиграть ужин на двоих в лучшем грузинском ресторане «Мимино».
Победителем стал Александр Костяной. Преисполненный радостью и чувством признательности, Саша пришел с букетом и горячо благодарил администратора, которая приняла его телефонный звонок. Победителя вместе с братом Максимом торжественно усадили за стол. И тут молодые люди на себе ощутили всю полноту грузинского радушия. Прежде всего, бокал хорошего грузинского вина за победу в конкурсе. Потом обязательно надо отломить кусочек лаваша и съесть веточку зелени. Тоже традиция. Холодные закуски – это прежде всего красные и зеленые лобио из фасоли, кучмач, аджап сандали и аджарский хачапури с яйцом. Ох, и вкусно придумано! Счастливый победитель любуется интерьером. За него радуется сам знаменитый сокол Мимино. Он по секрету Саши один умный вещь сказал. А тем временем вынесли форель, которую, кстати, грузинские пастухи заворачивают в листья ореха и пекут на углях. Шесть лет назад на Подоле на улице Набережная Крещатицкая 1А открылся экзотический вьетнамский ресторан «Лонг Фионг». И с той поры каждое утро в нем начинается одинаково – с благодарственного ритуала буддийским святыням, которые символизируют счастье, благополучие и долголетие. Госпожа Лан приехала из Вьетнама, основала в Украине свое дело, и ресторан «Лонг Фионг» стал одним из лучших в Киеве, а вьетнамская кухня пришлась по душе киевским гурманам. Любое блюдо должно добываться к столу в красивом виде, так как оно питает дух и тело. Знатоки утверждают, что Восток показал Западу не только умеренное, но и разумное питание. Еще надо отдать должное эстетике вьетнамской кухни. Салат из кальмаров оформлен в виде лотоса, священного цветка. И, кстати, традиция есть палочками тоже появилась не случайно, а потому что все компоненты блюд мелко порезаны, чтобы нож и вилка не отвлекали от наслаждения едой. Если вы хотите начать знакомство с кухней Вьетнама, начните его с этого блюда. Называется оно немы. Значит, нем, он внешне похож на наш голубец, так мы его ласково и нежно называем голубчики. Но, конечно, рецептура его значительно отличается от украинской кухни. Фарш состоит из мяса свинины, мяса крабов, проросших побегов сои, черных грибов, миена, овощей и специй. Все это заворачивается в рис и в рисовый листок и обжаривается во фритюре. Это блюдо называется карп-гриль. В чем особенности приготовления этой рыбы по-вьетнамски? В том, что обратите внимание на целостность ее формы, в ней нет ни одной косточки. Специально маринуется во вьетнамских специях, которые придают сладость этой рыбе. Блюдо называется плов зингчао. В нем, в этом плове очень необычно сочетается мясо, креветки, овощи. Это блюдо одно из самых популярных в нашем ресторане. Кульминация вьетнамского застолья – это суп лао. В меню ресторана «Лонг Фионг» имеется 5 разновидностей этого блюда. Подача торжественная, огонь еще несколько минут горит перед гостями, как бы успокаивает, умиротворяет. А сам суп, как считают вьетнамцы, нейтрализует тяжесть после обильного застолья. Домой придешь с ощущением легкости и в прекрасном расположении духа. Сколь экзотичен ресторан «Лонг Фионг», можно узнать, лишь посетив его. Средняя цена ужина на одного человека без спиртного – около 50 гривен. А в уютных залах можно посидеть небольшой компанией. Конфиденциальность обеспечивают мягкие перегородки. Обслуживание вежливое, ненавязчивое. Музыка спокойная, мелодичная. Теряется ощущение времени. Оно вдруг перестает стремительно лететь, а начинает именно течь. Плавно, медленно. Почему? Пожалуй, знают лишь буддийские святыни. Все гости ресторана «Лонг Фионг» могут убедиться в этом лично. А кто-то из наших внимательных зрителей непременно первым правильно ответит на вопрос госпожи Лан и выиграет ужин на двоих. Тем более, что ответ был показан несколько раз. Наш вопрос. Какие две символы заложены в название нашего ресторана «Лонг Фионг»? Подсказку видели на экране. Удачи вам!
Милый Августин не имеет никакого отношения к чуме, во время которой и выжил канонизированный монах. Восковое изваяние онога, улыбки на лицах и встретят вас здесь. Тела официантов облачены в стильную одежду, вкусные блюда оформлены по-немецки аккуратно, а жареные колбаски подтвердят, что по-немецки можно приготовить даже любое украинское мясо. Но прежде чем нафантазировать себе баварские вареники и трептов борщ, оцените уже существующие. Возможно, у кого-то сложилось ошибочное мнение, что программа «Встретимся вечером» посещает только дорогие фешенебельные рестораны. Отнюдь. Вот эта милая, уютная пиццерия под названием «Караван» находится на Воздухофлотском проспекте. Я сама живу в Залезничном районе и была приятно удивлена тем, что у нас есть такое достойное заведение. Любителям настоящей итальянской пиццы на тонком тесте стоит приехать в «Караван». Даже первый взгляд подтвердит правильность этого решения. Дизайн пиццерии совершенен, без лишней мишуры. Гранитные столешницы, дорогое дерево, спокойное освещение как нельзя лучше соответствуют стилю хорошей пиццерии. Посетители заходят на чашечку вкусного кофе, а посмотрев меню, непременно заказывают пиццу. В «Караване» их 13 видов. Как говорится, на любой вкус, о которых не спорят. Рецепт теста уникален и даже запатентован. Мастерство пиццейолы впечатляет. В «Караване» готовят даже любимую пиццу Хосе Карероса с ананасом, бананом и грибами «Карера». Перепробовать все пиццы сразу невозможно, но приходя часто, очень даже может быть, учитывая, что цена большой полукилограммовой пиццы – 20 гривен. Лично мне пришлась по вкусу пицца «Торино» с грибами и тунцом. Ни в одной пиццерии Киева не доводилось попробовать ничего подобного. Фирменный салатик «Караван» – прекрасное витаминное дополнение к пицце. А правильно по-итальянски приготовленные спагетти, да еще по доступной цене, в Киеве – большая редкость. Куриный шницель «Милано», запеченный с сыром и овощами – блюдо сугубо ресторанное. А цена отнюдь не такая. За 15 гривен в ресторане второго горячего блюда быть не может. А если еще учесть то, что в «Караване» пекут домашние торты и пирожные, опять же по ценам домашним, то очевидно, что ехать в «Караван» стоит. А Воздухофлотский проспект не так уж и далек от центра. Ориентир – остановка троллейбуса, улица Юлиуса Фучика. У парадного входа ресторана «Колумбус», наткнувшись на торжественную церемонию выноса мусорного бака с яствами, идите дальше, наслаждаться незажженными свечами, вагонкой на потолке, высокими ценами и старинным меню, ровесником повести временных лет, из которого разлетаются страницы. Тонкий юмор – визитка заведения. Это подтвердит и топер, не реагирующий ни на что, и официантка, принесшая счет без печати и подписи, и много других приятнейших сюрпризов, которые вполне оцените вы. Лучший, по мнению ревизора, ресторан получит заслуженный приз от торговой марки чая «Царский». А юридическую поддержку программе «Встретимся вечером» и ревизору в частности оказывает консалтинговая группа «Финансы и право». Программа снимается при поддержке торговой марки чая «Царский». «Царский чай» – крепкое наслаждение. На этот раз по всем позициям анкеты ревизора лучшим оказался пивной бар-ресторан «Милый Августин», что на площади Льва Толстого. Как оказалось, это приятное заведение с романтической атмосферой традиционной немецкой деревни. Интерьер и впрямь стильный. А красавец Августин – фигура весьма колоритная. Что ж, мы искренне рады тому, что у нас в городе есть безупречные с точки зрения сервиса и кухни заведения. А заслуженный приз от торговой марки «Чая Царский» – достойная награда коллективу ресторана «Милый Августин» за отличную работу. С наступлением лета наиболее актуальным становится зеленый чай. Считается, что он намного полезнее черного, ведь зеленый чай не подвергается завяливанию и ферментации, а значит, не теряет ценные вещества, содержащиеся в нем. Восточные лекари полагают, что для поддержания отличного здоровья нужно выпивать не менее 8 чашек зеленого чая в день.
Поклонников зеленого чая, по их сведениям, немало среди долгожителей. К тому же он прекрасно утоляет жажду, тонизирует и поднимает настроение. Разгони печаль, тоску, царского попей чайку. Китайский зеленый чай с жасмином торговой марки «Чая царский» не является смесью. Свежесорванные цветы жасмина помещают в зеленый чай, и он пропитывает их неповторимым ароматом. Да, замечательно. Правду говорят на Востоке, что сочетание легкого нежного вкуса зеленого чая с ароматом жасмина переносит из серых будней в царство покоя и умиротворения. Что ж, а мне остается лишь поблагодарить торговую марку «Чая царский» за предоставленные призы и на прощание пожелать вам приятных, теплых вечеров. И напомнить, что впереди еще сюжет «Любимец публики». Жила себе рыбка золотая в чистой днепровской воде, резвилась играючи на волнах и все поглядывала. Ох, и красивы ж днепровские берега, живописны, отдыхай только, да природой наслаждайся. И вот как-то решила рыбка всех удивить и порадовать. Раз — был берег простой, а стал берег золотой. Ох, и постаралась рыбка-волшебница, палаты возвела белоснежные, чтобы отдыхающим было комфортно. Номера люкс все с видом на реку и с верандами открытыми. Знаменитости заезжие вмиг новый отель оценили, останавливаются в нем, слова говорят теплые да приятные. Я чувствую здесь гостеприимство, радушие. Ну, как я могу сказать, я не хочу льстить, но здесь действительно очень хорошо. И нет того, что я, как будто бы дома. Гостей в Золотом береге встречают по старинному обычаю сказочно. Ведь путнику-то положено сначала баньку истопить, напоить, накормить, а уж потом вопросы задавать всяческие. Банька, конечно же, есть, сауна называется. Косточки хорошо прогревает, веничек, ясно дело, березовый. Пивко холодное, а раки вкусные. Красота! Почивать будут яствами царскими, винами заморскими, фруктами сладкими. Главный повар гусиную печень да в ягодном соусе так преподать умеет. Язык проглотишь. А этого никак допустить нельзя, ведь и поговорить хочется. Несколько месяцев назад обнаружили вот такое место, как Золотой берег. И для нас это просто, не знаю, такой оазис, где хочется приезжать и отдыхать. И, поскольку мы приезжаем сюда по делам, не отдыхать, но всегда... Работа, она связана с таким вот приятным времяпровождением, с теплым, хорошим отношением, гостеприимством и спокойствием здесь. А недавно в Золотом береге еще и волшебный замок появился. Банкетный зал называется. С маркизами шелковыми, канделябрами узорчатыми, цветами необыкновенными. Свадьбы здесь гуляют веселые. Для молодых трон готовится царский и яства соответствующие. Осетрина фаршированная с икрой заморской. Куры, начиненные важностью события, преисполнены. А закуски всяческие дополняют картину роскошную. Для гостей столы накрываются богатые, чтоб свадьбу всем миром отпраздновать. За совет да за любовь много раз выпить, чтоб жили молодые всегда в любви да согласии. 250 приглашенных в шатре легко усадить можно. А уж накормить тоже не проблема. На гриле мясо да куры жарят круглосуточно. Кухня тоже никогда не закрывается. Что угодно подадут, быстро и вкусно. Летом ночи короткие, спать некогда. Прогулку по Днепру на теплоходе комплекс отдыха «Золотой берег» легко организует. С фуршетом и с концертом. Тут и сказочки начало. Потому что лето в разгаре, а гостям «Золотого берега» служит сама рыбка золотая. Даже невод закидывать не нужно, чтобы она все желания исполнила. Достаточно лишь берег золотой в Киеве отыскать, да приехать в гости.